As you may know, this year is bilateral year between Great Britain and Russia. And today with me, Paul Van Gelder from London. He is my oldest friend and the friend of the Have Fun with Russian Club. And he agreed to answer my questions. Как вы знаете, этот год, год дружбы между Россией и Великобританией. И сегодня у меня в гостях Пол Ван Гелдер. Это мой старинный друг и замечательный человек, и друг, и член нашего клуба Have Fun with Russian. Он согласился ответить на мои вопросы. Пол, привет! Привет, Слава! Я так рада, что ты приехала опять в Москву. Я очень рад тоже. Я знаю, что это не первый твой приезд в Москву. Какой? Третий? Второй? Первый раз, когда мне было около 20 лет, потом с друзьями, с мамой, около 5 раз. Пятый раз Пол уже в Москве. И расскажи, пожалуйста, я знаю, что это так необычно для англичан и вообще для иностранцев поехать в Иркутск. Ты же был сейчас в Иркутске? Да, но только потому, что мой друг Джастин хотел поехать сюда. Джастин с нами, но он не в кадре, мы его приветствуем. Это так, Джастин он участвовал в марафоне. Да. Он очень сильный спортсмен. Сильный спортсмен. Молодец. А ты что? Ты просто наблюдал, как он бегает? Да. Ты не бегал? Да. Я был в ресторане. Потому что в ресторане было жарко. Только англичанин может так ответить. Расскажи дальше, пожалуйста. Из Иркутска ты поехал вместе с Джастином на поезде до Екатеринбурга. Да. Транссибирская магистраль. Если так это называется, да. А что ты делал в Екатеринбурге? Мы посмотрели оперу там. Оперу. Только настоящий. Оперу Венеции, опера из Венеции. Это не мой язык. И тебе сложно было понимать оперу на русском? Нет. Оперу. Опера без слов. Это только танцевать. Нет, это балет. Also ballet. Балет. Значит, Джастин, как истинный англичанин, приехал в Екатеринбург и сразу же пошел в театр оперы и балета, чтобы посмотреть балет. Ты знаешь, ты знаешь название балета? Я знал, но я забыл. Тоже ответ настоящего англичанина. Я знал на английском, но не на русском. Скажи, как на по-английски? The Wayward Daughter. К сожалению, я не знаю название этого балета. Я потом как-нибудь напишу в перевод. Так, потом ты прилетел в Москву. Где ты был в Москве? Вот в этот раз. Я был с тобой. Ты знаешь? Ну да. Ну подожди, мы с тобой куда ходили? В ГУМ, Красная площадь, в Кремле, в гостинице. Нет, это неправда. В Измайловский Кремль. Да, Измайловский Кремль, потому что это был последний день масленицы. Да. И очень замолчательный праздник был там. Да. Да. Тебе настоящая. Понравилось. Да, это настоящий русский праздник. И я очень обожал погулять на этом месте. Ну, но это был я хотел поехать туда, и ты живешь здесь. И не знал
А, обето. Нет, это правда. Я тебе очень благодарна, что ты меня вместе с Джастином вывел на праздник Масленицы. Я действительно не знала об этом, что именно в этом месте проходит праздник Масленицы. Ты скажи, пожалуйста, ты еще раз хочешь приехать в Россию? Еще раз? Да, я хочу, но я куда? Не знаю, когда будет. А куда? Куда? О, я бы знала. В Москву? Наверное, в Москве. Ага. Но Санкт-Петербург тоже очень красивый город. Ты там был? Да, я был там с мамой на прошлом году. Просто русский человек. Это не англичанин, это русский англичанин. Русский англичанин? Русский англичанин. Это возможно. Возможно. И вот Пол Ван Гелдер у меня сегодня в гостях. Большое спасибо за твое интервью. Да, хороший.